потрясающее чувство, когда маленький человек делает свои первые шаги. И вот я действительно вела этого бомбини-мини и ощущала себя настоящей большой мамой. Так что спасибо, друзья, ведь несколько лет назад, наверное, уже больше 5, когда мы впервые с ребятами встретились и увидели экзоатлет, я думаю, боже мой, какое было бы счастье, если бы это было у наших детишек. Но тогда казалось, что это невозможно. Это огромное испытание и так далее, и так далее. Что вы думаете? Благодаря этим уникальным, замечательным людям, Катюш, спасибо тебе и твоей команде, вот низкий поклон, мы сегодня уже ходим с нашим бомбини-мини. Это действительно прорыв необыкновенный. И закончились практически уже стадия формирования экзоатлета нашего. И он приходит к нам в клинику уже на клинические испытания. Мы выиграли совместный президентский грант. Это большой-большой успех, большой прорыв, друзья. Наша задача сейчас пошагово прописать инструкцию, как пользоваться этим великолепным оборудованием, которое позволит сделать нашим детишкам первый шаг значительно быстрее. И хочу сказать, что у нас есть такая прекрасная ассоциация, Национальная ассоциация детских реабилитологов. Ведь не секрет, что дети – это не маленькие взрослые. Это целый большой прекрасный мир, который отличается от нас, от взрослых. Поэтому есть у нас Национальная ассоциация. Приходите к нам в гости, становитесь членами нашей ассоциации. У нас очень интересно, весело, потому что мы тоже немножко все дети. И вспоминаем об этом, общаясь с нашими малышами. Ведь язык-то у нас совсем другой, не то что со взрослыми. Поэтому будет у нас скоро в апреле наш международный конгресс. Надеюсь, что скоро там на конгрессе мы уже покажем нашего бомбини-мини и бомбини-миди. Он такой красивый, в голубом цвете, очень фантастический. Я предлагаю мини сделать в розовом. И будет такая парочка сладкая, будет классно. Вот. Так что, друзья, я желаю вам удачи, успехов и нам новых творческих идей. Ведь, как известно, русский народ – один из самых творческих народов на планете. Так что удачи, успехов и творческих побед нам. Спасибо, друзья.